вчера купили чипсы Лейс со вкусом бахрат. Что это? Какие-то специи. Вот, но оно вкусное, похоже на паприку. Сегодня мы едем в Тбилиси. Очень много где в Грузии стоят кресты. На домах висят, на пальмах. Просто в городе. Вот как. Вот как этот. Сдали машину на майку. Только что на заправке мы дали продавщице 100 лари, но у нее не было сдачи, поэтому мы дали ей 5 лари. А про 100 как-то прошло время, и мы забыли. Потом мы ушли, и через 5 минут она нас нашла, потому что мы тут рядом, и отдала нам наши 100 лари. Поэтому честная продавщица бывает и в Зугдиде, в бандитском городе. На территории Грузии раньше было и до сих пор как-то есть 5 регионов основных. Первое это Картли, это Тбилиси и близлежащие города. Потом самый Грело, это Зугдиди, вот сторона Абхазии. Третье это Кахети, это Кахетская долина. Четвертое Имерети. Пятое это Гурия. Если грузины на машине встречают своего знакомого, то они могут прямо по центру так остановиться и общаться, и приходится объезжать их слева или справа. И это абсолютно нормально тут. Только что проехали теплицы, возле которых бьет теплый гейзер. И этот гейзер теплый отапливает полностью теплицу. И получается отопление бесплатное. Мы сейчас выехали на автобан. Он полностью бетоновый. Глубина бетона составляет 28 сантиметров. 6 таких ведрюков снабжают около 20 тысяч семей. Высота этого ветряка одного 90 метров, а высота лопасти 60 метров. Вот военный город, построенный Саакашвили по стандартам НАТО. Горе. После 4,5 часов мы приехали в Тбилиси. Проезд в метро Тбилиси стоит 50 тетри на одного человека. Пополнять надо карточку. Стоит карточка 1 или 2 лари. Мы не покупали, не знаю. Центральная улица Тбилиси – это проспект Руставели. Она как в Киеве, Майдан Независимости. В Руставели продается все. Книги, картины, значки, сувенирная продукция. Переходим родниковую воду старого Тбилиси. Приехав в Тбилиси, мы заметили, что здесь все намного проще как-то, намного современнее. Люди по-другому одеваются, то есть много что себе позволяют одеть, что в других там небольших городках не позволили бы. Едем по Тбилиси, 7 человек в машине, 4-местный. Он обогатился. Едем на Святую гору в Тбилиси, в самую высокую точку, наверное.
Кто-то доехал на осле, кто-то пешком дошел. Что-что? Номер. А, номер есть. Мы только что увидели, сюда ходят маршрутки на Святую Гору Тацминда. Также есть пешеходные дорожки, очень длинные и тяжелые для людей. Очень высокая гора. На машине мы ехали минут 10 с подножья этой горы. Здесь очень много аттракционов. То есть парк аттракционов, считай, такой сделали. И центральная телевышка от Тбилиси, которую видно как Эйфелевую башню. И сейчас мы увидим ночной Тбилиси. Ехали мы один круг всего, и было не так уж страшно, как мы думали. Вид здесь очень красивый, на все Тбилиси открывается. На Святой Горе, на вершине Тбилиси, нашлись люди, которые толкали дурь. Военная кафедра здесь абсолютно бесплатно дается, еще и платят деньги за то, что ты обучаешься. Такая вот кепка. Сейчас мы на автостанции Дедубе. Мы нашли маршрутку наконец-то, которая стоит 10 лари на Степанцминду. По дороге с метро нам встретился парень, который предлагал заехать в 3 места отличные по дороге к Степанцминде. Предлагал за 75 лари за человека. Цена у него действительно хорошая, но довольно выгодно купить, конечно, за 10 лари с человека такую маршрутку. Очень высокая гора, возле нее есть поселок Степанцминда. Вот сейчас мы туда и едем. Дорога туда 145 километров, это 3 часа в дороге. По пути мы хотели заехать в 3 места. Это крепость Ананури, арка дружбы народов с красивым видом, также гидроэлектростанция. Но даже 75 лари – это очень заманчивая цена, и мы едва ли не согласились, потому что если ехать на такси, то довезут там за 250 лари или за 300 лари. А если ехать на маршрутке, вот так за 10 можно добраться. Маршрутки на Степанцминду с Дедубе каждый час ездят. Последняя маршрутка с Степанцминда будет в 6 часов. Вид по дороге просто восхитительный. Полицейские здания по всей Грузии, даже в каких-то небольших селах красивые стеклянные здания полиции.